Это моя любимая синтоза. Сколько уже лет? Кстати говоря, в этом году десятилетие, когда я тут побывал впервые. Так что дата. Атмосфера у синтозы, конечно, неповторимая. Ocean Park Station. All Nanyuan. Please be careful. The happy new walk up. Dive into the tunnel. The local time is 10 minutes to 5 in the evening and the temperature is 33 degrees Celsius. Я на пристани в городе Джорджтаун, остров Пенанг. Вот это ферри, ну, по-нашему паром, который перевозит людей и машины с острова на материк. Он там виден. Этот способ переправы здесь уже существует около 80 лет. Я нахожусь в Джорджтауне, остров Пенанг, пытаюсь попасть на мой любимый пляж при помощи автобуса. Вот отсюда уходят автобусы, идущие вдоль всего северного побережья. Мне нужен автобус номер 102. Сел в автобус до моего любимого места к Пахам. Проезд стоит 4 ренгит. По-нашему это около 60 рублей. Ехать, ну, наверное, километров 20-25. Ну вот я и прибыл на автобусе к
к моему любимому пляжу. Правда, погода сильно испортилась. Ну что же, в общем-то, очень даже неплохо добираться на автобусе от центра Джорджтауна до пляжа. Правда, тут надо глядеть в оба, что не забываем про тропики и всякого рода живности, ползающие и прочее. Ну вот, как я и думал, приехал на пляж, а тут ливень. Правда, сейчас пока не сильный, но... Отправился я обратно. Обратный путь с пляжа Тилук-Баханг, потому что погода надолго испортилась. Так что сколько-то пройду пешком, а может потом автобусом. Ухило. Но я все еще на пути в город. Уже вышло солнце, погода стала лучше. Иду к водопаду Ши Фарм Waterfall. Если проходил мимо, то обязательно надо сюда зайти, что водопад весьма красив. Вот они, мои любимые джунгли Пенанга. Обожаю. Здесь воздух просто супер. А какая тут энергетика. А вот это дикий гибискус. У нас это еще известно под названием китайская роза. Это национальный цветок Малайзии. Гибискус есть на всех официальных документах и на денежных знаках, на монетах. Ну, собственно, вот это один из участков этой речки. Вот я и добрался до водопада Чи Фам, но опять пошел дождь. Но водопад красив. Так что я совершенно не жалею, что промок. Главное сейчас, чтобы не началась гроза. Потому что вот это может быть очень даже
небезопасно тут.